Кажется, мы стали забывать, кто такие настоящие пираты. Это не те, кто платит Гейбу Ниулы и качает игры с торрентов. Пираты были грозой морей, не подчинялись никаким законам. Им доставались лучшие женщины и горы золота. Недавно вышла игра, в которой ты познаешь вкус свободной пиратской жизни. Ссылка на нее в описании, после регистрации ты получишь пиратский корабль. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня будем играть в игрушку под названием Attack of the Kuloids, которую создали за 7 дней для конкурса 7 Day FPS Challenge. И игрушка получилась довольно-таки забавной. Здесь нам предстоит играть этаким магом, у которого есть разное магическое оружие, которым надо будет уничтожать, конечно же, разных монстров, которые будут нас нападать. И оружие постоянно имеет какой-то интересный эффект, влияет, оказывает на них. Но самое главное, что мне в ней больше всего понравилось, это именно как она сделана. То есть она сделана в такой, не помню как правильно, точнее не знаю как правильно вам сказать, в общем что-то таком. На Сонике первые, помню, подобные игры встречал, мне очень нравилась такая графика. Возможно даже на Сеге Dreamcast что-то такое было. И выглядит это довольно-таки симпатично. В общем-то, сейчас я бью простым мечом, нас нападают эти монстры. И у нас есть разное-разное оружие. Я, например, сейчас хожу с мечом, можно взять, например, топор, который, по-моему... Ой, топор увеличивает врагов, черт. Каждый раз, когда мы перезапускаемся, у врагов различные... Точнее, оружие, разные другие эффекты, поэтому не угадаешь, что все-таки там может случиться. Например, до этого у меня топор уменьшал врагов, и их можно было давить. А меч замораживал или еще что-нибудь. В общем, постоянно какие-то особенные эффекты, например... Что это сейчас делает? По-моему, я их увеличиваю в количестве. Так, а это что? Ага, этим оружием мы их убиваем. Отлично. Лазером их уничтожаем. Блин, нам уже потратили здоровье. Справа верхний угол. Там, по-моему, количество зарядов у этого оружия оставшееся. А слева, конечно же, наше здоровье. Так, посмотрим сейчас. Я еще ни разу до конца не тратил. Есть ли какая-то перезарядка оружия, я не знаю. Музычка, кстати, классно играет еще. Всего за 7 дней ребята создали игру, офигительно выглядит, очень классно. Я бы даже хотел, наверное, увидеть какую-нибудь полноценную игру с такой графикой. Классно так оформленную. Так, ну, это оружие у нас уже в пролете, берем это. И что это у нас? Они теперь какие-то зеленые стали, отупевшие, видимо, так. Так, это что? Это ослепило его. Так, а это? Ага, это у нас уменьшающее оружие. Теперь можем их просто уменьшить, и они исчезают к чертям вообще. Воу, мелкие-мелкие-мелкие ребята. Черт, они меня запилили лазером, ё-моё. В общем, вот такая вот игрушка забавная. Я хотел бы, конечно, показать побольше эффектов. Вот, например, за счет этого мы даем им крылья. Иногда такое бывает. Иногда можно их заставить влюбиться в себя. Но, правда, это ненадолго и не сильно-то что-то это помогает. Какое-то время они будут за вами бегать, но не более. Почему мне кажется, будто мы держим синий шарик щипцами, а не посох это какой-то. Так. Что мы сделали? По-моему, это оружие не работает просто так. Ага, уменьшающее. Не-не-не-не, стоп, они меня убивают все равно. Так, о, замораживающий луч. Отлично. Так, а это что? Блин, нужны враги. Я могу их раздавить, интересно, если они такие маленькие? А, вот это как раз есть та штука, благодаря которой они просто влюбляются в меня и ничего мне не делают, вот. Но все равно они потом становятся врагами. Уж. Дошли до оружия, которое похоже на колбаску какую-то. Бам, бам. По-моему, это оружие имеет вообще какой-то рандомный эффект абсолютно. Так, это что у нас? Они хоть зелененькие. Так, это сломано. Кстати, оружие можно на QE можно выбирать, либо колесико крутить. Так, меч у нас что делал? Ой-о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 й
что-нибудь. Во, уменьшающий. Отлично, хотя бы уменьшающий. Иди сюда, на, блин, он меня развернул, где он? Что, он меня телепортировал, что ли, или что это было? Так, отлично, уничтожили, на, блин. Эх, убил меня он, убил. В общем, вот такая вот маленькая, но забавная игрушка. Классно выглядящая, стоит, думаю, уделить ей какое-нибудь время, надеюсь, что-нибудь потом у данного автора, может, что-нибудь еще появится с такими же, с такой же стилистикой. Будет, наверное, довольно забавно.
Ну что ж, надеюсь, вам понравилась данная игрушка, данный ролик. Ссылочка на эту игру в описании, конечно же. Заходите, смотрите, играйте. Не забывайте ставить, конечно же, лайки, подписываться, если хотите больше подобных роликов. На этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока!